Информирован и вакцинирован, значит вооружен против вируса. В Кинельской центральной библиотеке получают не только знания, но и иммунитет. Здесь работает передвижной прививочный пункт. Медики сами приезжают к жителям. И это дополнительная мотивация сделать прививку, рассказывает молодая мама Мария Акулинина, которая решила вакцинироваться и обезопасить себя, тем самым и свою семью. Мне здесь ближе к дому, мне удобно. Через дорогу перешла, и все. А до поликлиники, на автобусе, то есть это тоже контакт с людьми. Вот. Ну и здесь людей поменьше. Как-то это, да, безопаснее. Процедура в библиотеке ничем не отличается от той, что в поликлинике. Заполнение анкеты, осмотр у врача и при отсутствии противопоказаний – прививка. На сегодняшний день в Кинеле вакцинировано 76% населения. Передвижные пункты помогают увеличить охват. Наша больница получила 2 мобильных пункта передвижных, с которыми мы выдвигаемся в различные точки как города Кинель, так и муниципального района Кинельский, и делаем на местах вакцинацию. Это повышает охват жителей вакцинации от любых инфекционных заболеваний. Ну, в данный момент мы занимаемся именно профилактикой ковида и профилактикой гриппа. Напомним, что в России уже фиксируют случаи заболевания новым штаммом коронавируса – омикроном. В связи с его распространением президент Владимир Путин поручил регионам готовиться к новому витку заболеваемости. Для того, чтобы сделать вакцинацию от ковида удобнее и доступнее, прививочные пункты организованы не только в поликлиниках, но и в общественных местах. В Самаре в прошлом году дни массовой вакцинации также проходили в здании областной библиотеки. Эту практику признали успешной и решили распространить на другие муниципалитеты области. Светлана Кудрявцева, «События».